Привет, с вами Вовка Соловьев. Сегодня пятница, и я собираюсь пройтись по улице. Фиолетовая. Которая? Прекрасно, вот это. А что ты хочешь поменять? Чинговка Ногинск и групповые персональные тренировки. Тренировки? Да, для любой физической подготовки. А у тебя групповые персональные? Что, стихотворение у тебя получилось? У меня это вообще чуть случайно получилось, но я не знаю, наверное, без стихотворения надо как-то. Ну, лучше, конечно, через без стихотворения, потому что... Да, групповые персональные тренировки для учеников любой физической подготовки. Наверное, так, да? Да, давай поправлю. Ну, у меня друзья ВКонтакте просто не сидят. Ну, я туда и даже не заглядываю, потому что там, что там делать? Нечего. Да. Ну, кстати, я туда заглядываю к тебе на страницу, например. Особо не о чем делать ВКонтакте, потому что я в Инстаграме. Да сейчас все в основном в Инстаграме. С кого не спроси, там даже директ будет. Там у меня тоже мало. А там тоже никто не сидит. Не, ну для Инстаграма еще надо делать фотографии интересных мест. Если ты сидишь за столом, работаешь с утра до вечера, фотографий ты не наделаешь много интересного. Да, бываешь, у меня перестало быть интересным. Так что я флис просто это промолчу. В тканевый. А материал полиэстер. Давай. Правильно я поняла, что флис – это тканевание полиэстера? Или да. Это тканевая любовь? А если тканить хлопок? А так не получится. Структура хлопка другая. Его тканивание происходит нитями. Ну, такие тканевые, они... Ну, нити уже хлопковые с тканями. Тканевание хлопка возможно? Ну, да. И как же нитевым, нитевым методом, нитевым способом. И как же называется тканевый хлопок? Хлопковая ткань, хлопкобумажная ткань. Что ты несешь? Что? Нет, все так. Вова. Что? Хлопчатобумажная ткань. Нет. Стканивание – это создание ткани. Есть такое слово.
Есть, есть. Это видео записано даже.